Всем добрый день! Сегодня я хочу приготовить очень вкусные, сочные и хрустящие наггетсы из филе индейки. По желанию можно взять куриное филе, получится тоже вкусно. В магазине я купила 500 грамм филе индейки, уже порезанные на стейки. Итак, берем кусок филе, накрываем полиэтиленовым пакетом или пищевой пленкой и слегка отбиваем с двух сторон. Затем режем его на средние кусочки. Все кусочки складываем в глубокую емкость. Солим и перчим по вкусу. Добавляем сушеный чеснок и майонез. Майонеза добавить примерно 1,5 столовые ложки. Все хорошо перемешиваем. Накрываем крышкой и оставляем мариноваться при комнатной температуре 2-3 часа. Для жарки подготовим кляры, панировочные сухари. Для кляра нам понадобятся 2 яйца и 1,5 столовые ложки муки. Можно его немного подсолить и добавить черный молотый перец. Итак, приступим к жарке. Наливаем на сковороду растительное масло, ждем, пока оно разогреется. Кусочки филе обмакиваем в кляр. Затем обваливаем в сухарях. И жарим до румяности сухарей. Примерно 7-10 минут с каждой стороны на среднем огне. Наггетсы получаются очень сочные, с легкими нотками чеснока. Можно подавать с гарниром и как самостоятельное блюдо, соусами, которые вы любите. Всем приятного аппетита и будьте здоровы!